Что это ее дом? Сундук какой-то. Зеркало очень старое, посмотрите. Она была здесь, мне так казалось. Что это такое, ребята? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина, и сегодня я буду разбираться в запутанной истории, которая произошла со мной после вызова кровавой Мэри. Я думаю, что вы все помните эту историю. Если нет, то обязательно посмотрите это видео на моем канале. Называется «Кровавая Мэри в реальной жизни». Дело в том, что после того, как я провела обряд на этом зеркале при помощи вот этой губнушки, кровавая Мэри как-то умудрилась выйти из этого зеркала, и по моим ощущениям она находится в моем доме, а конкретно в зеркале, которое находится в коридоре. Ребята, сейчас я попытаюсь опять нарисовать лестницу на этом зеркале для того, чтобы переманить ее из того зеркала в это. Я правда не знаю, получится или нет, вы все пишете разбить, но я очень много перекопала информации о том, что она телепортируется при разбитии зеркала в любое другое, и придется вообще бить все зеркала и все, где можно отражаться, понимаете? То есть любой предмет, где она может отражаться, она может находиться там. Если идти этим методом, то это можно вообще просто перебить все стекла, и все, и компьютер, и телевизор, но извините, это вообще никуда не годится. Поэтому я решила попробовать свой иной метод. Сейчас я заново призову, посмотрим, возможно, она как-то проявит себя. Я попробую ее заточить в это зеркало. Понимаете, очень важно понимать, что именно она здесь, потому что она может показать свое изображение, но мы не поймем, что она там. И как это все узнать, я не знаю, но надеюсь, что у нас получится, просто если она там покажется, то я быстренько разобью это зеркало и выброшу. Кто не подписан еще на мой канал, не забудьте подписаться, поставить лайки. Ребята, чем больше лайков, тем больше мистических видео на моем канале. Я вас всех очень люблю. И не забывайте писать комментарии, потому что самые-самые классные комментарии обязательно попадут в мое видео. Ладно, приступим. Блин, самое страшное — вызывать кровавую Мэри. Конечно, рисуем 13 ступеней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13. И дверь. Все, ребята. В общем-то, как это делается, я все рассказала на своем канале в другом видео, поэтому я не буду сейчас на этом останавливаться. Не знаю, может быть, даже дело вообще не в этом зеркале, не в этих рисульках и писульках. Просто ощущение присутствия кого-то иного в моей квартире, в моем доме, присутствует постоянно. Я постоянно кого-то слышу, что-то слышу. Ладно, нужно собраться и разобраться с этой историей. Кровавая Мэри, приди! Кровавая Мэри, приди! Кровавая Мэри, приди. А! Что происходит? Вы видите? Что это на столе происходит такое? Черт возьми! Я как будто вижу... Я вижу, что это ее дом. Темный лес. Что это за место? Я не понимаю, ребята. Боже мой, не может этого быть, ребята. Для того, чтобы мне избавиться от кровавой Мэри, может быть, мне нужно найти этот дом. И сейчас все это показывается для того, чтобы я нашла дом кровавой Мэри и разобралась в этой ситуации. Кто тоже так считает, обязательно напишите в комментариях. Ребят, что-то грохнуло на балконе.
Кто здесь? Смотрите. Сундук какой-то. Кто здесь? Кто здесь? Короче, ребята, грохнуло. Не пойми, откуда появился вот этот вот сундук. Там что-то лежит. Я не знаю, что там лежит, ребята. Но я думаю, что нам придется открыть, потому что этого сундука я здесь не видела. Он просто бахнулся ни из ниоткуда. И... В общем, скорее нужно открыть этот сундук. Зеркало. Зеркало. Старинное зеркало. На нем написано «Help». Кто-то бросил какой-то сундук, и в сундуке лежало вот это зеркало. Здесь надпись «Help» английскими буквами. И зеркало очень старое, посмотрите. Я не знаю, что это за надпись. Она не стирается. Не стирается, ребята. Зачем-то мне здесь это зеркало. Кто-то подбросил мне это странное зеркало. Что происходит? Что это такое происходит? Ребята, это зеркало какое-то странное. Оно... Наверное, заколдованное или волшебное, как вы думаете? Оно разговаривает или что-то показывает? Я немного не поняла, я испугалась. Что это за звуки? Ребята, в прошлом видео она переселилась в это зеркало. Сюда. Она была здесь, мне так казалось. Я видела ее за этой дверью. Слышала ее шаги. В этой комнате есть еще одно зеркало. Я надеюсь, что ее здесь нет, потому что это детская комната. Что это за звук? Кто здесь? Да блин, да кто здесь? Мне кажется, тут кто-то есть. Кто вы? Выходите, не пугайте меня! Зачем вы пугаете меня? Я слышу дыхание. Я слышу, кто-то дышит. Нужно набраться смелости и посмотреть, что там. Мама дорогая. Какая-то статуэтка. Я не могу посмотреть ее на свете, потому что дверь заперта. Это какой-то портал, светящийся портал. Куда он ведет и что он здесь делает? Ничего не понимаю. Мне очень страшно. Откройте! Откройте дверь! Ребят, подписывайтесь на мой канал. Я не знаю, как